Всем добрый день! Сегодня напросилась к подруге в ее закорма показать вам, какие шарики они делали из пайеток и бисера из пенопласта. Внутри на пенопласт, пенопластовые шарики обклеивали. Такие вот шикарные шарики. Детские. Вот эти идут детские, с детской тематикой, так как ленточки детские пропущены. Так вот они выглядят сверху. Давно уже предлагаю им тоже снимать видео, но никак не могу уговорить. Здесь вот в последний момент заметили, что немного недоделаны серединки. Шарик для мальчика. С голубой ленточкой, с машинками. Это для девочки, но мне кажется, он универсальный. Так как, если для новорожденного, то движата. Так смотрится сверху. Замечательные такие идеи, воплощение уже лично по-своему, на свой вкус, и сочетание подобрано очень оригинально, очень нежно смотрятся шарики. Вот они делали еще с ленточками сверху, чтобы как шарики на елку. Здесь пока таких не присутствует. Вот очень красиво. Ленточка прямо вся в цветах. Вверх-вниз. Подобные, и так выглядит по краю сбоку шарик. Вот в бирюзовом сочетании. При ближайшем рассмотрении они прямо играют. Цвета переливаются очень красиво. Сколько усидчивости и терпения нужно для того, чтобы сделать такие прекрасные шары. Замечательные подарки. Вот такой уже был, это повторно. Вот этот вот еще не смотрели. Это шарики, изготовленные ко Дню Победы. Они в тематике 9 мая, как бы вот такие в подарок в стиле георгиевской ленточки, и подарены были артистам нашего прекрасного театра. На премьеру военного спектакля. Очень продумано все.
Спасибо всем за внимание. До новой встречи.